Повышение денежного довольствия сотрудникам МВД осуществилось в 2017 году в соответствии с соглашением о союзничестве и интеграции. Теперь документ нуждается в обновлении. И в связи с этим за январь 2020 года все подведомственные структуры получили урезанную заработную плату. В МВД прокомментировали ситуацию, заверив, что вопрос решат в ближайшее время. Действие данного соглашения истекает 31 декабря 2019 года. В целях дальнейшего увеличения денежного довольствия сотрудников и служащих уже с начала 2019 года МВД Республики Южная Осетия инициировала проработку с российской стороной вопроса пролонгации указанного соглашения. Проект документа о продлении соглашения согласован с МИД, Минкавказом и Минфином России и уже представлен в правительстве Российской Федерации. Руководство Министерства внутренних дел в лице министра, в лице заместителей министра внутренних дел. Значит, по данному факту проводили оперативные совещания непосредственно с начальниками подразделений. Доводилась эта ситуация, что, может быть, будет задержано денежное довольствие с учетом финансирования с российской стороны, с учетом того, что пролонгация будет подписано чуть позже. Эта информация доводилась полностью до личного состава, так что социального напряжения не должно быть. Кроме этого, с 1 января 2020 года заработная плата работникам правоохранительных органов повышается. Материальная помощь будет увеличена на 6,5 почти окладов денежного содержания. После того, как МВД России подпишет документ о продлении срока действия соглашения с югостинской стороной, будет также произведен перерасчет денежного довольствия сотрудникам и служащим МВД Республики Южная Осетия с 1 января 2020 года. Стелла Бязарова, Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня.